что я увольнялся, то меня уволили, значит, в приказе было с правом ношения формы. Я уволен. Вы и уволились полковником? Да, 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 я, значит, с правом ношения формы. Вот. Так что я одел форму и вышел, чтобы привлечь общественное внимание, чтобы эти мрази, которые сидят... Чтобы им хотя бы в глаза отлола форму вашу. Да, а ведь люди все-таки... Это, его же рейтинг падает, если такие, как я, будут выходить. Не, но если даже полковники бастуют, да, что уже говорить про... Это же, вы можете представить, до полковника дослужиться, я, значит, мои коллеги, которые, они мне сказали: Григорий Иванович, ты стой, один стоишь армии. Не, ну, один битый, двух небитых. Да. Я бы вам, я под офисом буду президента, то мы еще встретимся. Да. Вот, и я вам еще многое расскажу из своей жизни. Вот, в какой ситуации я сейчас... Я тоже разголос вот это дам, у меня интернет-канал, там более 5000 подписчиков, и вашу проблему узнают, может кто увидит. Бо таким людям простым, как вы, пресса олигархическая не подойдет. Да. Удачи вам. Да.